Всем привет, я Екатерина Костенко, дизайнер, стилист, аналитик моды, и я бесконечно влюблена в парфюмерию и чай. Чайный сомелье – сегодняшняя тема. В настоящее время чай во Франции стал истинной страстью, которая выражается в активном потреблении этого напитка. За последние 25 лет показатели выросли в 3 раза. В первую очередь это объясняется любопытством, которое вызывает чай. Любители напитка – это и новички, и искушенные гурманы. Все желают расширить свои знания и получить как можно больше конкретных советов. Профессионалы гастрономического мира, шеф-повара, сомелье, управляющие ресторанов обучаются дегустации чая и стараются глубоко изучить его культуру. Сегодня можно сказать о том, что в последнее время рождается новая профессия – чайный сомелье. Это тот же сомелье, но работающий с чаем. Он выполняет прежде всего роль советника в вопросах составления чайной карты, сочетания чая, сочетания с блюдами. Благодаря людям этой профессии чай занимает все более почетное место на обеденных столах и даже очень дорогих обеденных столах. Чай подают с различными блюдами. Все чаще чай можно встретить в качестве аперитива или в качестве аккомпанемента дегустационного меню. Заваренный, ароматный, изысканный. Выбор техники приготовления зависит только от вашего желания. В рубрике «Чайный сомелье» я хочу делиться своими открытиями на пути разгадки феномена древней культуры чаепития, чтобы постепенно разгадать загадку этого удивительного напитка. Каждое видео я буду делать как маленький отдельный урок, посвященный какой-то одной теме. Не стесняйтесь откапывать и собирать по крупицам информацию, и если вы не жадина, пожалуйста, делитесь ею со мной. Буду бесконечно признательна. До скорых встреч в рубрике «Чайный сомелье». Пока-пока.